Водоемы Якутии начали покрываться осенним льдом. До наступления устойчивых морозов он будет непрочным. Однако каждый год многие люди, особенно дети, пренебрегают мерами предосторожности и выходят на неокрепший лед, тем самым подвергая свою жизнь смертельной опасности. В связи с этим ГИМС МЧС настоятельно рекомендует родителям не оставлять детей без присмотра вблизи замерзших водоемов, пресекать игры и шалости детей на неокрепшем опасном осеннем льду, постоянно напоминать и разъяснять им правила о поведении на льду и о мерах безопасности, а также о последствиях нарушения правил.